Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором постоянно публикуются все новые и новые видео по танкам. И, ребят, в день появляется гораздо больше новостей, гораздо больше тем для видео, нежели YouTube присылает вам уведомлений, если вы являетесь подписчиком канала. Если вы хотите не пропускать вообще ни одного видео, касающегося нашей игры, и видеть полностью все новости и все обзоры, переходите, пожалуйста, по ссылочке на канал GSN Games, потому что там я планирую публиковать дополнительные видосы, которые не помещаются в день публикации на этом основном канале по танкам. Буду вам благодарен, если на тот канал вы тоже подпишетесь, и будучи подписчиком двух каналов одновременно, в день будете получать все уведомления обо всем, что в игре происходит. Некоторым игрокам прилетели уведомления о том, что вышла рулетка на Дефендеры, и рулеточку на Дефендеры я уже выложил. Другим игрокам прилетела другая рулетка, в частности рулетка на мега-контейнеры. И вот эту вот рулеточку на мега-контейнеры я буду крутить у себя на твинковом аккаунте. Денежков здесь не так уж и много, всего лишь 3110 голды, поэтому далеко, скорее всего, зайти не смогу. Но сливаться буду полностью в ноль, ну а если выйду в плюс, то тогда на этом остановлюсь. В отношении стоимости рулетки суммарно предусмотрено 25 прокрутов, и эти 25 прокрутов обойдутся вам в 35620 голды. Короче говоря, очень дорого и под вопросом, окупится или нет. В отношении меня буду делать прокруты, как я уже сказал, в пределах просто наличия у меня оного бюджета. Ну а именно 3110, как я говорил. Ну что, поехали, давайте будем крутить. Еще раз напомню, что на этом канале публикуются видео по минимум 3 видоса в день. И плюс еще дополнительные видео будут выходить на канале GSN Games. Переходите, пожалуйста, по ссылке. Там тоже подпишитесь, нажмите уведомления с канала, ну и, соответственно, будете получать уведомления с двух каналов поочередно, в зависимости от того, на каком канале что будет публиковаться. И тогда уж точно ничего не пропустите в нашей игре, не пропустите ни одной новости, не пропустите ни одного обзора, который я делаю специально для вас. За первый прокрут получаю 3 контейнера песочных, ну и едем дальше. 150 голды. Я лично очень сильно надеюсь, что будут черные ящики для того, чтобы голды немножечко назад вернуть, но нет, получаю контейнеры с кастомухой. Что у нас здесь в контейнере с кастомизацией? И здесь у нас аватар великолепный, меч короля Артура. Какая прелесть, очень нужная вещь, жаль, ее нельзя обменять на золото. 200 золотых монет. Ну, давай, родимая, не подкачай. Вот так вот, целых 3 мега-контейнера. Ой, мега, господи, мистических контейнера. Оговорился, ребят, хотелось бы мега, но нет, мистики. Закрываем, следующий. Так, вот это уже интересно, мистический контейнер второго уровня. Ну что, откроем, шансы-то в 2 раза выше получить мистический сертификат. Или фон профиля? Ха-ха, нет, один день прем аккаунта и 2 раза по 200 свободного опыта. Жир, жирдосный. Едем дальше. Третий контейнер. Но... Все, ребят, на этом мистические контейнеры заканчиваются. 250 золотом. Потихоньку ухожу, ухожу в минус. Еду, еду, да все, остановиться не могу. Останавливаться не собираюсь, как я уже говорил. Опять песочные контейнеры, которые суют уже во все рулетки, в какие только можно засунуть. И это не более чем пылесос для голды. По крайней мере, по моему скромному убеждению. Потому что себестоимость этих контейнеров, ну, абсолютно не окупается наградами, которые оттуда выпадают. 300 голды. 300 золотом, ну давай мне, давай опять кастомуху. Нет, песочные, 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 родимые вы мои. Злосчастные вы мои контейнеры. Открываем второй контейнер, скипаем и открываем третий контейнер, тоже скип. Нифига, нифигулечки. Даже какого-нибудь коллекционного танчика стоимостью в 50 золота и то не дает. Идем дальше. Следующий прокрут, что мне приносит? Мистический контейнер. Ну, давай. Давай, давай, родимый. Эх, блин, а талисманов-то всего лишь 2. Кстати, предыдущий я получил только потому, что у меня были талисманы на контейнер второго уровня. То бишь, мне не из контейнера первого уровня выпал конт второго, а просто собрались сами талисманы.
подкаста «Муха». Ура, ребята! Три, скорее всего, очень нужных мне аватара я забираю. И что у нас здесь? Еще один петух. Бляха-муха. Вот не сказал бы я, что это приятно, но, по-моему, очень даже символично. Предыдущие два тоже не открыл, поэтому открыли прямо сейчас. Что у нас здесь еще? И все, наконец-то. Есть, закончили. Итак, вот эта галиматья закончилась. Вот здесь еще, может, два раза мне очень сильно повезет. Ну а дальше, скорее всего, мне просто голды не хватит. Если сейчас ничего не выпадет, я буду просто в диком трансе находиться. Песочный контейнер, какая прелесть. Раз контейнер, два контейнер. Ну и, соответственно, три контейнер. Все, ребят, повезло так повезло. 625 голды, и это последний прокрут, который я могу себе позволить сделать. Если сейчас не выпадет хотя бы вот это, я понимаю, что рулетка для меня заканчивается. Что я получу? Ну неужели опять песочные контейнеры? Ну не верю, ну не хочу, не буду. Ну ха-ха! Да, вот оно везение. Вот поперло так поперло. 3110 слил. 300 золотом вернул обратно. Чё еще? 200 золота, того 500 голды. Может, хватит еще на один прокрутик. И третий контейнер. Дай хотя бы второго уровня, я не знаю. Еще 200. Итого, ребят, что у нас получается? 830 голды. Хватает еще на один прокрут. Но вот что вам касается шансов, то здесь все очень классно. Контейнеры в песочницу 47%. Веселуха-то какая. Интрига, как говорится, бешеная. Ну, обещал пойти в ноль, обещал слить полностью все. Представьте себе, что это были ваши 3000 с чем-то золотом, и у вас рука дернулась покрутить данную рулетку. Представили себе? Ну вот и смотрите, что у вас из этого получится. Когда рулетка годная, я всегда об этом говорю, и были такие рулетки, которые я говорил, что стоит крутить до конца. Стоит крутить до конца, потому что вы в любом случае, если не в плюс выйдете, то как вы, как минимум, выйдете в ноль и заберете себе что-нибудь годное. Продавать мне тупо нечего. У меня нет коллекционных танков. Это, в принципе, все, что у меня есть на этом аккаунте. А значит, рулетка для меня заканчивается. Вот такая вот веселуха для меня была. И, по моему скромному мнению, лучше бы эти 3000 с копейками я бы потом потратил на какую-нибудь, пускай плюс-минус годную семерку, которую выставили бы на продаже в магазин. Чего, в принципе, и вам желаю. Ну а еще больше желаю, если вдруг эту рулетку все-таки крутить будете, то крутите ее с умом, поставьте себе какой-то определенный чекпоинт, какую-то определенную границу, дальше которой вы не пойдете, ну разве что если вы не миллионер голдовый, ну и соответственно на этом останавливайтесь, для того, чтобы все глубже и глубже не уходить в минус и не сливать свою кровную голдишечку. Напомню еще раз, если вы хотите ничего не пропускать, это видео будет продублировано и на втором канале, ну и соответственно жду ваших подписок на канале GSN Games, для того, чтобы я имел возможность радовать вас своими видосами не только на этом канале, но и на том, ну и соответственно видео на этих каналах будут разные. Какие-то видео будут публиковаться на этом канале, ну а другие видео будут публиковаться на том. О чем говорю? Говорю о том, что если вдруг в магазине будет появляться, допустим, там 5-6 предложений, то на все эти 5-6 предложений я буду снимать отдельные обзоры, но только 3 обзора будет на этом канале, а остальные обзоры будут на том. Жду подписочек на том канале, жду комментариев, жду ваших лайков под данным видео, стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.